Ребята, привет! А что тут вообще происходит? Здравствуйте. Базар, продаем плёнку. Забираемся спокойно. А что будет-то вообще? Так, приехали пиво попить с утра. Пиво попить? Мальчик, я спросил, мальчик знает, что будет. А что будет у нас сегодня вообще, Тимох? Рыбалка будет? Интересно. Интересно. Говорят, рыбалка будет сегодня. Да ладно. Да, Димка. Ты? Рыбалка какая-то будет сегодня. Посмотрим, посмотрим. Привет всем, дорогие друзья, добро пожаловать на канале MX Fishing. Дорогие друзья, как вы видите, у нас сегодня опять небольшое сборище, такой между собойчик, который мы называем MX Fishing Trout Area. Сегодня у нас небольшой юбилейчик, 10-я встреча по счету, которую мы делаем в 2020 году. У нас конец сентября, мы собрались на таком замечательном водоеме. Также сегодня мы можем представить нашим участникам просто замечательные призы от топовых брендов японских качественных снастей в совместной работе с компанией «Японские снасти». Как видите, вон там у нас даже такой флажок есть, то есть мы получили такой замечательный флаг от компании «Японские снасти». У компании, кстати, недавно был юбилей, 15 лет на рынке. Ребята существуют 15 лет, и мы их еще раз с этим поздравляем. То есть замечательный результат, отличная компания. Вот. Ну и желаем им, конечно, только роста и подъема. Вот. Ну а мы сейчас зарегистрируем остальных участников, которые еще не зарегистрировались. Распределим места ловли, зоны ловли. И стартанем. Стартанем. А вы увидите все в таком коротком видеоотчете. Воблеры могут иметь несколько крючков, но одинарные крючки. То есть если у вас на воблере 25 крючков, они должны быть все одинарные. Okay. Вот. На леске выше вашего карабина ничего не должно быть. То есть карабин у вас заключающая часть вашей оснастки. После карабина там висит уже приманка. Дропшот, джип-рик, вот это все запрещено. Отводные поводки. То есть карабин, воблер, карабин блесна, карабин, джиг-головка, силикон. Вот. Все довольно просто. Это приближенно к интернациональным правилам. И зачет рыбы, как обычно, у нас штук, сколько поймал штук. В общем, и потом если одинаковое у нас количество рыбы у участников мы взвешиваем. Вот. Еще может что-то, какие-то вопросы нам добавить? Может, я что-то не досказал. Еще раз про раунды. Три раунда по 20 минут, по добавлю, да? Нет. Один раунд плюс 20 минут. Результат, переход на одно место, да. Плюс на его место. То есть у тебя один, а здесь три, у тебя четыре. Это следующее место. Да, я должен. Пауза будет после четвертого раунда. У нас в общем 8 раундов. Итак, дорогие друзья, мы стартуем первый раунд. Ребята уже все готовы, 23 участника. Рыбка засаженная, уже у всех горят пальцы, уже на курках. Так что стартуем первый раунд, 10-я встреча. That's
Конечно. Жень, осторожно с этой палкой. Есть. Итак, друзья, у нас третий раунд. Ребята, вот поимочка, если кто-то не верит, что приманки Кайтек ловят прудовую форель, вот Изи Шайна, по-моему, это 1,7, да, инча, что-то да. Такое, 1,7, коротенький, 5-сантиметровый, по-моему, так, 4,8, вот тебе, пожалуйста, виброхвостик от Кайтек, форелька. Поздравляю. Итак, дорогие друзья, у нас идет четвертый раунд. Уже есть поимки, но, конечно, уже заметно, что рыба начинает помаленечку пассивничать. То есть она уже начинает скапливаться в такие небольшие котлы и вот бродит по водоему. Если она подходит ближе к участникам, вот они ее начинают ловить. То есть в таком пространстве, как бы простом, да, когда рыбу не видно, довольно трудно поймать. Надо уговаривать, подбирать приманки. Вот. После этого раунда у нас будет перерыв небольшой, где ребята могут отдохнуть. Вот, и потом еще 4 раунда. Вот. Участник Сергей Райсер. Двукратный победитель наших встреч. Причем подряд. Смотри, какая бойка. Ну что, вот как писали. Ага. Я тебе что и говорю. А как вот так, так начала мне тут концерт. Есть контакт. Красава. Ну, защита. Еще один участник вываживает. Супер. Вот
Вот, поздравляю. Благодарю. Эдик, насчет вверх подсекать, я пошутил. Видал, как надо. Есть огонь. Супер. Не буду говорить, что ты поймал на силикон. Да, все ловят очень концентрированно. Ребята стараются сделать хороший результат. Причем ловля сейчас уже довольно трудная. Потому что, как я говорил, начинает пассивничать. Погода, конечно, мерзопакостная. Не знаю, как будет меня слышно, потому что у нас боковой ветер переменчивый, постоянно крутится. Ну и температура так себе, скажу, наверное, градусов 10. Вот шел дождь, сейчас он к нашей радости прекратился. Вот, ну, ребята стараются, все борются. Итак, друзья, у нас стартовал 5-й раунд на сегодня. Сейчас засадили уже, ну, довольно неплохо рыбу. Вот уже пошли первые контакты, я вижу. Ну и посмотрим, что у нас будет в 5-м раунде. Что происходит? У нас два участника за раз вытаскивают рыбу. Три? Нет, три. Я вольф есть. Тут же у Василия поклевка. Жара пошла, а? Это мне почти в лоб было. Вот как работает этот берег, просто нереально. Одна за другой поклевки. Супер. Ну, я вывожу. Ё-моё, тут сразу ракеты. Супер, Серега. У нас в процессе 6-й раунд. Рыбы очень много в водоеме. Вот, у нас было 3 больших засадки. Но она как бы не совсем хочет, не соглашается брать приманки так просто. То есть ее нужно сейчас реально уговаривать. У нас уже перед обедом, примерно 11 часов. Вот, и это у нас, да, 6-й раунд. Еще будет 2. И потом будет у нас результат. Давайте понаблюдаем за ребятами, кто сколько поймает. Thank you.
Итак, друзья, шестой раунд почти уже подошел к концу, еще буквально 5 минут осталось. Вот, ну, очень все слабенько. Рыбы очень много, как я уже говорил, много наколотой рыбы, она начинает к обеду пассивничать. Вот, и ребятам реально тяжело, очень мало поимок у нас, вот по этому берегу, наверное, буквально 2-3 поимки. С той стороны тоже примерно так же, то есть очень-очень слабо, хотя рыбу очень много, ее видно, она котлит, она сверху, но довольно тяжело ее уговорить сейчас, на данный момент. Посмотрим, что будет в седьмом и восьмом раунде. Итак, друзья, у нас седьмой, предпоследний раунд. Засадили сейчас свежую рыбку. И посмотрим, кто у нас откроется в седьмом раунде. Первым. Итак, у нас первая форелька у Кристиана за этот раунд. Ну, помаленьку. Что ты взял? Здесь его, где наш, ну, штрафничный цуцин. Так, иди у нас второй. Окей. Джейсон Custom Lures. Вот такой вот. Сдаем приманки, на которые спортсмены усвоят. И Сергей. Есть. Супер. Тоже на белый силикончик. Кто у кого подглядел, интересно. Да. Ну это чисто белый силикончик. Итак, друзья, у нас стартовал последний на сегодня раунд. Предпоследний, седьмой, был, конечно, не очень, опять же, потому что время после обеда. Рыбка, много уже наколотой рыбки, хотя мы делали засадку, вот сейчас, раунд назад. Но уже не так-то просто ловить. С утра была очень ярая такая активность, очень много ребят ловили, но сейчас уже очень непросто. Вот, есть у нас и Тимохи, посадочка. Аккуратненько. И кладем. Но есть. Супер. Поздравляю. Красавчик. Первая рыба в раунде. У самого молодого, наверное, сегодня участника у нас. Супер.
Итак, друзья, мы сейчас подведем результаты. И конечно же, вы получите подарочек. Итак, пятое место у нас занял Андреас Гёриц mit 10 Fischen und 4 Kilo 230 Gramm. Herzlichen Glückwunsch! Bekommst du ein kleines Geschenk von Japan Snasti und von verschiedenen Herstellern. Viel Spaß damit und fang große Fische. Weiter so, sehr gut. Четвертое место занял тоже с 10 форелями, но 4 килограмма 330 грамм. Василий Плохитенко. Супер! Поздравляю, Вася! Тебе тоже подарочек от японских снастей от нас, организации «Мишки». Поздравляю! Теперь у нас третье место. Всего одна форель больше, чем четвертое место. 11 форелей. Андреас Кригер. Андрюха, твоя. Бегай. Поздравляю. Молодец. Du kommst du auch? So, und jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Leider nicht schon wieder auf dem ersten Platz, weil er hat das letzten zwei Turniere auf dem ersten Platz gewonnen. Und jetzt leider ein bisschen abgerutscht. Zweiter Platz, Sergei Reißer mit 14 Fischen. Sehr gut. Wir tun подарочек от японских снастей, там новенькая модель дайвы, катушечки. Не знаю, видел ты такой, нет, я думаю, тебе понравится. Плюс там приманки от компании Волкин, Норрис, Джейсон, Кастом Уорс. Все, много всего вкусного. Ну и подойдем к первому месту. Эдмунд Альберт. Супер! Sehr gut! Hier gehört dieser schöne Kasten von Maiko, der ist gefüllt mit Spoons, Wobblern, verschiedenste, ja, alles mögliche an Ködern. Ich denke, dir wird dir gefallen. Kannst du zeigen, genau. Genau, das sind zum Beispiel solche Spoons von Walk-In, Anthem, ups, sorry. Anthem, Wobbler von Walk-In. Oh. Und original japanische Kaugummis, sehr schön. Dann verschiedenste Spoons, unten drunter sind noch Silikonköder. Ich denke mal, es wird dir gefallen. Еще раз спасибо всем, друзья, за участие. Благодарю вас за хорошее настроение. Было прикольно, я считаю. Следующая встреча у нас будет 24-10 на этом же месте. Если кто хочет сразу занести список, можете сразу это сделать. Спасибо тебе. Вам тоже спасибо. Thank you.